Всем подписчикам большой привет. Сейчас хотел поделиться с вами современными технологиями, которые могут прийти на помощь хозяйкам. Пришла пора заготовок, и необходимо заготавливать много чеснока. Чистить его – дело очень муторное и долгое. Я облегчил ее за счет использования сил вакуума. В чем заключается смысл и суть технологии? Вы с помощью системы ВАКС помещаете дольки чеснока в банку и в ней создаете разрежение. С помощью ручного насоса вы откачиваете предварительно эту банку или с помощью механического для более глубокого вакуума. Когда создастся вакуум, вы начинаете встряхивать вот эти вот дольки. За счет удара и разницы в давлениях внутри дольки и вне у вас шелуха отскакивает оттуда. Таких циклов можно сделать несколько. Вот я запускаю воздух в банку. И у нас получается вот эти уже очищенные дольки. Они почти все уже очищены. Которые вы просто удаляете из банки. При этом чеснок не намокает, что самое важное. Есть всякие разные технологии. Вот он, чеснок. Таких циклов можно сделать несколько и таким образом облегчить себе существенно труд по очистке чеснока с применением вакуумной технологии. Спасибо всем за внимание.